подведет сейчас итоги. Ну, я думаю, сначала у нас члены жюри выскажут свое мнение. Пожалуйста, я с удовольствием передаю слово гостю из города Новосибирска, Денису, простите, Феофентову. Спасибо, здравствуйте. Я хочу сказать спасибо всем командам, все сегодня молодцы, показали высший класс. Но особенное спасибо я хотел подчеркнуть, сказать группе «Рябинушка», молодцы, ребята. Аплодисменты! Потом это у нас «Сударушки», «Сибирячка». Ну вот, вот эти, по моему мнению, я их оценил, вот, а мы пообщались с судьями, они сейчас огласят результаты. Спасибо вам большое. Получил большое удовольствие. Ну, слово для подведения итогов и оглашения результатов предоставляется председателю жюри Татьяне Павловне Савиновой. Вот, знаете, первое слово, которое хочется сказать, оно одно, но все мое, так сказать, состояние и то, что я увидела в восприятии, оно в этом слове порадовали. Thank you.